Нимбуш сам полезет внутрь. Продрался буквально он между защитниками ЦСКА и 2 очка. Томас Уимбуш. 9-8 секунд. Есть у него трехочковый бросок. Вот трэпа в базе. Отличный проход. Но вообще у него и с отступанием такой трехочковый есть. Хорошо оснащен. Сейчас у Зенита. Томас Уимбуш на первом шаге обходит Остаповича и забивает. Казалось, что Уимбуш тоже. А болельщиков-то больше 3000 собралось, мне кажется. Уимбуш пошел под кольцо. Да что же ты творишь, Томас Уимбуш? Томас Уимбуш с сиреной. И мы смотрим еще раз этот проход. Он показал, я мог бы и так забить, но, ребят, могу в начале элегантно. 65-63, минимальное преимущество ЦСКА. 2,5 минуты остается играть. Скидка на периметр. Томкин. Сам он. Прошу прощения, Уимбуш. Он забивает. После Уимбуш забивает. Промахов подряд. Он... Да, это герой. Это герой сегодняшнего матча. Ливио Жан-Шарль очень активно защищается. Уимбуш на победу. Ну что же ты делаешь? Томас Уимбуш. Вот это да! Король. Настоящий король сегодняшнего матча. Павел Паскуаль успокаивает своих подопечных. Дело еще не сделано. Как быстро на... рывке ушел Томас Уимбуш. 2,3 десяток определяют арбитры. Томас Уимбуш, ну а кто еще? Он забил решающий бросок. Томас Уимбуш в самых ярких трансовках этого турнира получает награду MVP.